Аня, слушай сюда, тетя Роза херни не скажет. Ты мне говоришь за то, что твой тебе изменяет, что от него несет женскими духами, как от моего перегара. Не расчесывай мне нервы. Может, он выбирал тебе что-то в подарок и набрызгался всякой литуалью. Так и если он тебе это скажет, он верен тебе, как Ленин пролетариату. Ни один нормальный мужик такое придумать не может. Ну или изменяет с другим мужиком. Так что это тоже не наш вариант. Боря, баламут комнатный, ты мне когда-нибудь изменял? Боря, ты что, задумался? Еще раз начнешь думать, будешь иметь долгий разговор с твоей мамой, земля и черноземом. Да я знаю, что она жива, я работаю на перспективу. Рыба моя, слушай сюда. Мужики говорят, что они... Боря, как это слово ты мне сказал, что потом долго освещал своим бланшем дорогу в светлое будущее? О, полигамный, услышишь такое? Делаешь этому поцу пинком под зад и садись кушать. Тетя Роза наготовила, тетя Роза наливочка. Боря, не надо капать слюной на ГДРовский ковер. Иди лучше над георгинами постой. Не трать драгоценную влагу впустую. Наконец-то свободная минутка, можно спокойно почитать. Мам, ты не видела моего котика? Нет. Но мне он нужен. Мам, я хочу покрасить волосы. Мам, найди моего котика. Только вот думай, в розовый или голубой? Мать, где моя дрель? Зачем тебе сейчас дрель? Давно ее не видел, хочу узнать, где она. Мам, ну в какой, в розовый или в голубой? Ни в тот, ни в другой. Ну почему? Потому что моя дочь не попугай. Мам, я нашла котика. Мам, ну можно тогда хотя бы пирсинг? Ага, кольцо в нос. Будем тебя как корову за него водить. Смешно, Светка корова. Мам, что эта мелочь себе позволяет? Мать, где моя дрель? Мам, я взрослый человек и сама могу решать, что мне делать со своей внешностью. Раз взрослая, сама себе деньги зарабатывай на пирсинги-шмирсинги. Мам, у нас завтра в садике чаепитие и нужно принести пирог. И ты говоришь об этом в 10 вечера? Все, наверное, принесут с яблоками, но я не как все, так что сделай с черникой. Мама, знаешь, что было бы круто? Татуировка. Никаких уголовников в моем доме. Мам, так будет пирог с черникой? И дрель. Почитала, блин, книжку. Рыба моя, что ты мне делаешь лимонную морду? Твой плоед сказал тебе, что ты толстая? Пусть купит себе петуха и крутит ему яйца. Видела я этих манделей? Это не женщина, это суповой набор из военных запасов. Ты что там, села на диету? И что ты теперь кушаешь? Зелень? Рыба моя, в приличных домах зелень это украшение для селедки под шубой. Чтобы потом можно было взять эту петрушечку и выкинуть чертям собачьим из своей тарелки. Чтобы положить еще селедочки. Что там еще? Кура-грудь? Это положительно хорошее слово. Очень хорошо описывает, во что ты превратишься, если будешь жрать одну зелень. Боря, не надо возбуждаться от слова кура-грудь. Я понимаю, что это и про женщин, и про покушать, но ты таки держи себя в руках. Рыба моя, бери пример на меня. Кушаю все, что помещается в рот, а сохранилось, как Ленин в мавзолее. Боря, что ты ржешь? Что значит, и лет не столько же? Еще одно слово обойдется тебе дороже, чем Гитлеру война. Рыба моя, мужик любит плавать по волнам, а не биться о скалы. Даже если он не садец. Так, девочки, в выходные мы едем на дачу. Шикарно! Мы все едем на дачу. Отстой. Мам, ну какая дача? Уже холодно. Ну я найду, чем согреться. Отец, вот именно, по ночам уже заморозки, а мы до сих пор картошку не выкопали. Как? Папа же с дядей Валерой каждые выходные ездили ее выкапывать. Только до картошки дело так и не дошло. Мать, ну хорош. Зато мамину наливку из погреба всю выкопали. Мать, да как на сухую-то работать? Вот выходные покажешь, а я проконтролирую. Мам, ну и ехала бы с папой на картошку. Мы-то с мелкой вам зачем? А тебе тоже доверия нет. Разочек. И тут уже толпа твоих одноклассников. Мам, ну хорош. Я все сказала. Едем. И безо всяких отговорок. Да, пап. Вы с дядей Валерой дали, конечно. Яйца курицу не учат. Ну серьезно, чего прям ни одной грядки не выкопали? Да то одно, то другое. Ага, то банька, то наливка. А сама-то? Я тебе что сказал, когда мы уезжали? Ну, чтоб тихо было. Никогда ты отца не слушаешь. Я сказал, не спались. Да вы оба хороши. Один картошку не копает, вторая тусовки устраивает. А страдаю за всех я. Ну, в чем-то она права. Отец, мне надо съездить по делам, ты сидишь с младшей. А нафига нам тогда старшая? Мы ж специально двоих завели, чтобы они друг друга развлекали. Перестань так говорить о детях, они же не щенки. Вопрос остается в силе. Света нет дома, а тебе бы не мешало пообщаться с младшей дочерью. Ладно. Только не как в прошлый раз, она до сих пор всех футболистов гондонами называет. Все, я ушла. Ладно, что будем делать? Хочу играть. Дочь, ты знаешь, кто такой Ленин? Звучит не очень весело. Ну помнишь, мы были в мавзолее, можем в него поиграть. Пап, я на этот развод не поведусь, ты хочешь просто лежать на диване, а я типа буду охранять. А тебя хрен разведешь. Вся в меня. А ты во что хочешь? А давай в спящую красавицу. Ну это прям совсем другое дело. А ты будешь прекрасным принцем. А что делать надо? Сначала ты должен победить злую ведьму. Не, бабушку звать не будем. А потом разбудить принцессу поцелуем. Не, я этих нежностей не люблю. Никогда не думал, что так скажу, но давай я буду красавицей. На красавицу ты пока не тянешь, но я могу это исправить. Зря ты не разрешил себя накрасить.
Да я прям жалею. Нет, ну этот козел опять мне врет. Все, надо с ним заканчивать. Только как это лучше сделать? Правильнее было бы встретиться и все честно сказать. Да, только мы уже 2 недели не виделись, потому что у него то работа, то бабушка заболела, то кот хандрит. Ага, а потом он выкладывает фотки из клуба. Ну а вдруг он правда тогда повел бабушку просто развеяться? Да, от сердечного приступа отлично помогают текила и караоке. Ну подожди, вдруг он твоя судьба, а ты готова вот так вот взять и сжечь все мосты? Когда она сломала ногу, он поехал на мальчишник, потому что пацаны графу на телок не меняют. Он просто хороший друг. Его видели 6 разными телками. И про всех он сказал: ты че, это моя сестра? У него большая семья, и всех он лапал за жопы. У них близкие доверительные отношения. Вспомни, как он дарил тебе цветы. Он не дарил ей цветы. Ну, смайлики с цветами присылал. А как носил тебя на руках? Он был бухой, это было насморк с пацанами, и он ее сразу уронил. Он посвящал тебе песни. Это когда он пытался играть на гитаре, в траве сидел кузнечик. Вот сижу я сейчас и думаю, а нахрена мы вообще с такими встречаемся? Рыба моя, твой хламон таки решил познакомить тебя с родителями. И ты шо, боишься? Тебе не бояться надо. Тебе надо разуть глаза и смотреть в оба. Как будто где-то рядом дают сало. Когда Боря познакомил меня со своей мамой, я таки была в восхищении. Что за женщина, какой командный голос. Оказалось, что эта старая перечница просто глуха, как тетерев. Боря, шо ты на меня смотришь? Шо значит не наговаривай? Твоя мама, она как партия, ни черта не слышит, заставляет всех пахать, а сама лежит на ГДРовском диване и слушает Утесова. Рыба моя, самое главное. Главное, смотри за папой, потому что это то, что ждет тебя через 30 лет. Когда я пришла к Бориным родителям, его отец сидел в туалете. Когда мы сели за стол, он все еще был там. Вылез он только, когда подали пирожные. И когда Борину мама выбила плечом дверь. Боря, я помню, что это было твое плечо. Рыба моя, и что в результате? Прошло 30 лет, и я выковыриваю Борю из ватер-клозета, как семечки из зубов после малины. Боря, это правда. На нашей улице каждый знает, что если Боря не играет во дворе шахматы, значит гальюн в нашей квартире оккупирован. Ой, так классно, вчера потусили. Да, я с таким парнем познакомилась. А я теперь со старшекурсником встречаюсь. Да, ты чё? А у него есть машина? Да, он уже работает. Блин, тебе так повезло. Ну что, где тусим сегодня? Начнем здесь, а там посмотрим, куда приведет нас эта ночь. Официант, принесите нам еще шампанского. Ну что, девчонки, пить будем? Ой, нет, я на таблетках. А мне мой кардиолог запретил. А ты к какому ходишь? Из нашей поликлиники? Да. Мне он не очень. Могу дать телефон своего. Зато у нас в поликлинике терапевт хороший. Это да. Девочки, а есть у кого-то хороший массажист? У меня так болит спина. У меня. Только правда. Но он классный. Он мне так помог с моими коленями. Ну что, у кого какие новости? Ой, девочки, я вчера так классно выспалась. Кайф. Мать, ты что делаешь? Ужин готовлю. Это правильно, это хорошо. Что, картошку чистишь? Нет, пельмени леплю. Тихо. Вот неправильно ты картошку чистишь. Вы в армии знаешь, как делали? Надо, чтоб вся кожура одним кусочком была. Ты сам хочешь почистить? Не хочу. Но тебя надо научить. Тебе заняться нечем. А что, я просто так не могу к тебе прийти? Да, нечем. Иди тогда Свете с уроками помоги. Че, дочь, грызешь гранит науки? Да. Может, тебе что, помочь надо? Что, ни на одном канале футбола нет? Такая умная, уроки без папки сделать не можешь. Давай, что там у тебя? Вот задача. Может, это тебе помочь надо? У меня по физике всегда 5 были. Это алгебра. А чё так мало цифр и много букв? Папа, хочешь, я тебе в интернете матч какой-нибудь найду? А чё, так можно? На, выбирай. Ничего себе. Ну ты там это, сама задачу решишь. Иди, пап. Я потом приду, проверю. Да-да. Ну всё, планшет я больше не увижу. Хотя ладно, зато сам себя развлекает и никому не мешает. Так, все, лежи, отдыхай. Если что-то понадобится, я принесу. Куда ты встаешь? Никаких PlayStation. Потому что я так сказала. Давай температуру померим. Что такое? Градусник холодный. Ну сейчас согреется. Ну что ты вертишься? Полежи 5 минут спокойно. Надо вызывать врача. Что значит не хочу? Ну доктор просто придет и посмотрит. Нет, больно не будет. И уколов не будет. Ладно, пока сами полечимся. Только не реви. Я тут тебе бульончик принесла. А чего ты хочешь? Какое мороженое, у тебя горло болит? Давай наденем носочки. Ну давай. Давай наденем носочки. Смотри, какой хороший носочек. Он хочет надеться на твою ножку. Надевай носочек. На, выпей лекарство. Ну надо. Ну и что, что горькое, зато поможет. Так, Илья, тебе 29 лет. Ты взрослый человек. Просто выпей гребаное лекарство.